Всем привет! Смотрим сегодня один из самых популярных отелей Альвадон на Белек. Очень приятный холл, все в цветах. Отель уютный. Местами слегка устаревшая мебель на ресепшн. А внизу виден основной бар отеля. Теплый, уютный отель Альвадон. Там навигация. Везде цветы. Выйдем на солнышко. Тут проход во второй корпус. Очень зеленый внутренний дворик отеля. И есть симпатичная терраса, где можно приятно посидеть вечером. Все очень ухоженное, травка подстриженная. Теперь смотрим стандартный номер отеля. Санузел компактный, набор косметики, унитаз, душевая. Номера не очень большие по площади, но они достаточно уютные, с современной мебелью. Есть софа, видимо, она используется как дополнительное место. Балкон, мини-бар. Вот, собственно, и все. Номер компактный. Так, смотрим семейный номер в отеле Альвадонна. Семейный номер в главном корпусе. Основная комната семейного номера. Важные сумочки для гостей. Ну, все красиво. В ванне сложные тапочки. Стоят наборы косметики. И тут душевая и набор халатов для гостей отеля. Ну, так выглядит заполненный мини-бар. Лобби-бар. Самое популярное место зимой. И мы идем смотреть территорию. Тут растут кактусы. Кустики ухоженные. Пальмы. Сегодня тоже солнечный день, хоть и прохладно, но на улице находиться очень комфортно. Видна как раз основная территория отеля, бассейны. Бар у бассейна. Прикольная телефонная будка. Тут спа-центр, где закрытый теплый бассейн. Сейчас он как никогда актуален. И здесь горки. Горки в Альвадоне подогреваются. Там написан температурный график. Ну, самые смелые катаются, но я таких не видела. Очень красивая дорожка до пляжа. Тут цветочные композиции. Отель очень ухоженный. Отельный фонтан. Вокруг оливковые деревья. Вечером он подсвечивается. И тут как раз выход к пляжу, к морю и к небольшому променаду. А вон и море. Пляж отеля шириной 150 метров, точнее протяженностью. И есть такая небольшая набережная вдоль моря. Оливковые деревья. И тут барчик, где можно посидеть, наслаждаясь видом. В отеле очень приятная детская площадка. И виден детский аквапарк. Наверное, лет до 12 он будет актуален. Тут как раз виден переход до второго корпуса. Он более уединенный. Там тоже есть отдельный бассейн. В общем, отель очень приятный. Пишите свои комментарии, как понравился он вам или нет. Всем спасибо за просмотр.